Нефтеюганские школьники постигают азы акробатического рок-н-ролла. Это направление сочетает в себе танец и элементы акробатики. В России этот вид появился еще в 80-е. Сейчас переживает новый виток. Округ официально подписал соглашение о развитии акробатического рок-н-ролла. Первая дюгрей-секция заработала в Нефтеюганске. Вводные уроки для школьников здесь провел федеральный куратор. Пока дети осваивают первые шаги. Отмечу, российские акробаты – многократные призеры чемпионатов мира и обладатели европейских кубков. Это парный танец, назовем так. Смесь элементов акробатики и танцевальных. Эстетический вид спорта, очень красивый. Все это красиво, все это здорово, очень динамично, очень современно, модно. У нас уже занимаются маленькие детки, и постепенно мы будем уже как бы дальше развиваться. Но при этом у нас есть еще дети, которые занимаются в настоящее время спортивной аэробикой, и во многих городах есть такая возможность, они, детки, могут выступать и там, и там.